Цырульнік, фотограф, журналісты, відэааператор. Чацвёра маладых людзей аб'ядналі свае прафесійныя здольнасці ў адзінай дабрачыннай справе. Творчы квартэт праехаўся па трох дамах інтэрната Гомельскай вобласці з мэтай змяніць знешні выгляд мужчын да 23 лютага, акружыць увагай і падарыць добры настрой. Праект зарадзіўся ў рэдакцыі Гомельскіх ведамасцяў і атрымаў назву «Цырульнікі». Ознайомиться с выниками проекта можно трьма способами. Непосредно у свежим номере Гомельских ведомостей, на официальном сайте газеты, а так само у галереи редакции. Там на окнах размещены фотоздымки героев проекту и истории их життя. Для самих участников, то есть тех, кто находится в интернате, и самой администрации, это явилось таким интересным экспериментом. Вот. Участники проекта, они были заинтересованы, вот. Конечно, может быть, сразу не все, да? То есть кто-то более закрыт, кто-то более открыт. Вот. Но в процессе, когда мы уже начинали саму работу в интернате, это отзывалось, в принципе, у всех, то есть кто нас там видел, кто нас знал, кто нас слышал. И много ребят подходили и просили просто, вот, чтобы их постригли, либо вот как-то вот тоже поучаствовать, побыть причастным к тому, что происходит. 15 мужчин с домов интерната у Васильевцы, Дуяновцы и Шубина по-разному раскрылись в проекте. Некто уразился своим новым образом, иные – прыгожими фотоздымками. Однако головной метой цырульников было притягнуть увагу до людей, для яких интернаты стали домом, а персонал – семьей. Me.